Это «Вести». Начну с крупного ДТП в Санкт-Петербурге. Микроавтобус с пассажирами столкнулся с грузовиком и загорелся. За несколько секунд машину охватил огонь. Внутри находились 8 человек. Очевидцы пытались помочь им выбраться, но все пассажиры и водитель погибли на месте. Микроавтобус сгорел полностью. По уточненной информации, грузовик вылетел на встречную полосу и столкнулся с маршруткой. Виновник аварии доставлен в больницу. Он в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.